Так неохота вставать с моей любимой кроватки. Ну ладно, надо вставать. Идем. Ай, упал. Так, сейчас проверим. Извините за посторонние звуки. Просто так, просто так. Так, проверим. Так, идем. Вот сюда. Вот мой дом. Он такой большой. Двухэтажный. О, мой любимый парк. Ну, попозже. После работы пойду. Работа какая-то скучная. Клиентов-то и нету. Сегодня не идти на работу? Не. Один денек-то всего лишь. Потом два выходных. Ой, я что-то переспал, так что забыла я. Работа. Ладно. Все, потерял. О, автобус какой-то тут. Так, идем не могу выговорить. Литература. Короче, пофиг, забить. Так, вон она уже. Вот и моя работа. Так, все вроде бы. Все, сижу, никого нету. А она же на другой кассе, вот на этой. Никого же нету. Можно поспать. Так, сколько уже время? Нормально. Уже, мне кажется, пора идти отсюда. Пойду там. Так. Так. Записывание идет. Вот. Идем. Так, можете в парк пойти. Наверное, да. Извиняюсь, у меня видео включено. Сейчас я его переключу. Я пока просто пойду. Ой, извиняюсь. Я просто смотрела другой экран. Рекламка у нас там. Стоп, я пробежал парк, что ли? А, там же вроде бы парк у нас. Да, у нас там парк. Идем туда. Да, вот. Да что у нас? Песок. Это вдруг какой-нибудь песок. И скатываюсь. Так. Надо мак.
метелки. Ой. Так, ну, закончить, я потом посижу. Так. Ох, насиделся в этом компьютере. Так, включим. Не знаю, куда тут погуляюсь уже. Ой, нагулялся, если честно. Домой надо. О, ночь уже. Надо спать. Извиняюсь за пост. Я на боковую.